Поножовщина на Привозе. 31-летний мужчина увидел, как знакомая продавщица обвинила покупателя в краже носков. Завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. В результате физического противостояния защитник продавщицы ударил покупателя ножом в грудь. 27-летнего жителя Николаевской области забрала скорая, а нападавший убежал и спрятался в одном из складских помещений неподалеку. Там его обнаружили сотрудники полиции, при нем нашли орудие преступления. Сейчас правонарушитель находится под стражей без права залога, своей вины он не отрицает. Начал с ним драться, и во время драки он меня, ну как видите, да, сломал тоже и ухо. Ну, я в отмашку замахнулся. Вы наносили удар ножом? Ну, нож в руке был, да. Угу. Был, да. Не буду отрезать. Куда вы нанесли удар? Где-то в области, в этой части. Скажите, пожалуйста, вы свою вину вызнаете, то, что вы ударили человека ножом? Вызнаю свою вину. Фігуранту оголосили про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. За скоєння чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.